228. Да. А, все правильно. Они начали уходить, столкновение. Не столкнулись. И все равно они не получилось. Они заднюю часть ему цепляют. И отлетают ко мне уже. Я самый последний ехал. Вы сами последний. То есть там впереди еще у вас ехало... 5 машин, да. Ну, вместе со мной по счету 5 машин. Я ехал на маршрутке, увидел, вышел, попросили посмотреть. Ну, спросили, знает кто, спросили фамилию. Я сказал, ну, знакомый. Съездил до его брата. А сколько кто лет ребята? Было? Кто ребята? Кто такие? Авакумовский. Авакумовский сколько лет? 15. 15, а второй 16. Около 21 часа на Сахаровском шоссе. Между деревней Аркадьево и поселка Сахарова прошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение двух транспортных средств, легкового автомобиля, микроавтобуса и спортивного байка, на котором находилось двое предварительно несовершеннолетних детей возраста 15-16 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир спортбайка скончались на месте. Следует отметить, что данное транспортное средство не оборудовано фарой, в связи с тем, что оно является спортинвентарем. Соответственно, на темном участке дороги оно было не видно другим участникам дорожного движения. В текущем году это уже не первый случай гибели лиц, которые управляют мотоциклом. В связи с этим госавтоинспекция обращается еще раз к участникам дорожного движения, к родителям, не допускать нарушений правил дорожного движения при управлении